Гололедица и снежные заносы пока еще только угрожают нашему городу. Актюбинские дороги сейчас открыты для свободного передвижения транспорта и не создают особых проблем. Но разве что тем водителям, которые не успели переобуться в зимние шины. Тем не менее, проблемы на дорогах могут возникнуть в любую минуту. И здесь надо быть во всеоружии. Ответственные чиновники говорят, что подготовка к зиме прошла успешно, поводов для волнений нет. Так, на сегодняшний день нами за обслуживанием городских дорог и населенных пунктов закреплено 9 подрядных организаций. То есть дополнительно к этому нами 9 подрядных установлено круглосуточное дежурство с октября месяца, 24 часа. Ведутся у нас уже начатые работы по посыпке инертных материалов. Ведутся работы по уборке уже прибордюрной территории. Помимо привычной инертной смеси, которая заготовлена в количестве 50 тонн, будут использоваться этой зимой и совершенно новые технологии. Препарат «Бионорд» станет альтернативой песку и соли. Он был приобретен в России, где неплохо себя зарекомендовал на зимних дорогах. При таянии препарат превращается в удобрение и не разрушает асфальтовое покрытие. Также у нас в этом году нами было приобретено инертный материал новый, заменяющий соль, который не дает, то есть, коррозию на машину, то есть на кожу и так далее. Данный материал как бы после реакции превращается просто в удобрение. Что касается спецтехники, то 200 машин приведены в состояние готовности. На работах по зимнему содержанию дорог будут задействованы самосвалы-погрузчики, пескоразбрасыватели, автогрейдеры и поливомоечные машины, которые будут выполнять уже иные функции. А помимо городских дорог, подрядчики обязуются содержать в надлежащем состоянии и дороги в населенных пунктах 5 сельских округов. Ирина Гуть, Алексей Уразов, программа «Факт».